Всем привет! Щенок Масару, порода Акита Ино, которую подарили японские собаководы, фигуристки Алина Загитовой, отправился в Москву. Щенок отправился в поездку в сопровождении японского политика, председателя общества охраны собак Акита Ино Такаси Энто. В дальнейшем по приезду в Москву ожидается церемония вручения нового питомца фигуристки Загитовой. В церемонии может принять участие премьер-министр Японии Синдзо Абе. Напомним, спортсменка попросила родителей в случае победы на играх разрешить ей завести Акита Ино. В соревнованиях Загитова завоевала золотую медаль. Позднее стало известно, что администрация японской префектуры Ниигата и общество защиты собак Акита Ино подарят спортсменке щенка. Напомним, Масару переводится с японского «победа». Масару родилась 15 февраля этого года. Эффект Загитовой выслал новую моду на собак породы Акита Ино в Японии. После того, как золотая медалистка зимней олимпиады Алина Загитова получила в награду щенка породы Акита Ино, это привело к настоящему буму популярности этих собак. В Японии число зарегистрированных собак породы Акита уменьшилось с 46 тысяч в начале 70-х до 2700 в 2017 году. Теперь японские заводчики надеются, что успех за рубежом поможет им сохранить эту необычную породу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!